Всем здорово, сегодня я научу вас генерировать промпты с помощью расширения OneButtonPrompt. Скачивается оно, как и все расширения в Extensions. Панель нам нужно открывать в скриптах. Теперь по параметрам. Верхний ползунок отвечает за то, насколько сильно будет фантазировать расширение при создании промпта. Ниже мы можем выбрать тип объекта, исполнителя или стиль и тип изображения. Выбор у нас большой, поэтому мы можем экспериментировать с параметрами. Ниже мы можем описать объект и тип изображения, туда вы пишите то, что вы хотите увидеть на изображении. Еще ниже есть строчки, отвечающие за добавление параметров в конец или начало промпта, например, мы можем написать сюда Masterpiece и Best Quality. Также снизу у нас строчка, отвечающая за негатив промпт. Он не генерируется, поэтому туда нужно писать все негативные промпты, потому worst quality и так далее. Я напишу туда только easy негатив. Другие вкладки я рекомендую трогать только уже продвинутым пользователям. В них вы сможете настроить такие вещи, как auto-upscale, смешивание промптов и так далее. Простор для экспериментов с этим расширением очень большой, его можно использовать, чтобы тестировать модели на разные стили и типы изображений. Часто получаются очень интересные результаты. Вот несколько из тех, что получились у меня. Спасибо за просмотр!